взять правильную ноту, красиво двигаться на сцене. Налибаева Аружан готовится выступить на большом торжестве, а повод значимый. В Шымкенте открывается новый торгово-развлекательный комплекс «Рахима Плаза». Этот крупный современный центр торговли, в котором жители Шымкента найдут практически все необходимое. Бутик шоу-рум. Сейчас, дорогие друзья, вы видите те аксессуары, ту одежду. А на площадке Рахима Плаза идет концерт, который собрал более 1000 шымкентцев. И все с нетерпением ждут открытия центра. На сцене выступают местные звезды, модели демонстрируют одежду самых известных брендов, которую можно уже приобрести в бутиках Рахима Плаза. И вот долгожданный момент открытия. Ваши аплодисменты, друзья! По национальным казахским традициям шашу! В Рахима Плаза можно не только совершить шопинг-тур, но и хорошо провести время. В центре работают рестораны, кинотеатры, детские площадки. Нужно отметить, что с открытием центра получили работу и более 500 человек. Мы наконец открылись. Мы предлагаем разные товары. Также обеспечиваем рабочими местами жителей города и области. Добро пожаловать. И это еще не все. Рахима Плаза планирует регулярно проводить акции и розыгрыши ценных призов. Ну и совет для жителей города. Если вы не знаете, где провести шоп-тур и с комфортом провести время, Рахима Плаза ждет вас. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрат».